Ребята, всем привет! Вы на канале Тулыс Лабура, вы на канале Скиби Титан Камерамен. И сегодня, ребята, я буду играть снова в Roblox. Сегодня, ребят, я буду проходить кое-какую обе. Что это, ковер, самолет, что ли, бесплатно, ребят, тут? Стоп! Ребят, через 19 минут 36 секунд тут, ребята, бесплатно дастся гарпун. Это очень круто, ребят. Значит, видео будет выходить, ну, я не знаю, как, ребята. Ладно, ребят, погнали уже проходить это обе. Это если что такое, как обе. Если что, ребят, я там конец уже вижу. Все, погнали проходить. Тут где-то, я не помню, сколько левелов. Ладно, погнали проходить. 29, что ли? Ладно, погнали проходить. Кто, кстати, ребят, знает эту лестничку, напишите в комментариях. Это очень легкий обе, ребят. А тут на какой? О, на желтый. А вот тут, ребят, я думаю, что на этот оранжевый. В прошлом, когда я проверял комментарии, вы никакие комментарии не написали. И что-то на том видео, ребят, было очень мало просмотров. Давайте, ребят, сегодня хоть как-то постараемся. Просто, ребят, тут горбун бесплатный, ребята. Я же, ребят, подумал, что лагает, но нет. Но, ребят, нет на самом деле, и ничего у меня не лагает. Просто, ребят, немного подлагивает. Ну, а главное, ребят... Кстати, ребят, прикиньте, я чуть не упал, но, ребят, на самом деле я выжил, ребята. Легкий, очень, ребята, прям обе легкий. Это... О, кстати, ребят, надпись Roblox, ребята. Если что, ребят, буква Л, кажется, тут... Блин, я чуть не упал, ребята. О, кстати, ребят, если вообще не падают, я хочу, ребят, сегодня попробовать дойти до конца, но гарпун, кстати, скоро... Ребят, прикиньте, я уже думал, что упаду, но на самом деле нет. Это, ребят, еще круче режим. О, ребят, паркурчик. Люблю, кстати, ребят. Напишите, кстати, в комментах, кто любит тоже такие испытания в Роблоксе. Я люблю. Я помню, ребят, мне мой подписчик, ребята, блин, что это, меня что, выкинуло? Ребят, а как я тогда буду играть, ребята, стоп. Что это раконит? Блин, ребят, жаль, что меня выкинули. Эррор-коды, что это? Ладно, ребят, давайте в другой режим поиграю. Я, ребята, решил все-таки выйти и давайте поиграем в режим такой вот, ребят, хочу режим я поиграть. Это, ребят, типа режим титанов, титанов, камерамена, спикермена, там разные титаны. Ну, то есть скибидитолов хочу поиграть. А тут просто меня выкинули, ребят, жаль, конечно, очень. Вот такой вот, ребята, режим. Тут можно просто стать обычным человеком и выйти. Но, ребят, тут есть Титан Компьютер Мэн, но он за робоксы. Давайте я вам докажу, что он за робоксы. Ну, да вы сами видите. Бесплатный Титан. Кстати, есть Титан Клок Мэн. Но, ребят, бесплатный Титан. И тут это Титан какой-то спикер камера. Но я его не хочу. Он еще будет потом. Титан Спикер Мэн 1.0, Титан Камерамен 2.0, Титан Тувмен 2.0. Кстати, а где Титан Тувмен 3.0? Камерамен 2.0, Спикер Мэн 2.0. Давайте попробуем стать Титаном Камерамен. Ребят, я решил просто уйти от всех игроков, потому что они шумят. Давайте, ребят, молот достанем. Я хочу, ребят, такой себе скин лучше на камерамен Титана. Кстати, ребят, смотрите, у него даже пушка есть. Кстати, вот так она стреляет. Стоп, ребят, я звук не услышал. Вот так вот бьет молот. И мова, да? Давайте, ребят, попробуем ядро. А это что? А, это, ребят, ядро. Ну, ядро прикольное. Вау, прикольно.
давайте, ребят, смотрите еще какой-то. Так, давайте спрячем. Блин, ребят, я случайно. Давайте, ребят, попробую стать каким-то другим титаном. А то, ребят, камерамен какой-то слишком громкий. Давайте вот, например, не камерамена титаном, а давайте тувумена титаном станем. Титаном Тувуменом тоже скучно, потому что, ребят, он летать не умеет, а телепортируется вообще непонятно куда этот Титан Тувумен. Давайте вот, например, Титаном Спикерменом станем. Украды Титан Спикерменом. Да, ребят, я все-таки решил улетать от игроков. Ой, что это? Непонятно. Что? Ладно, ребят. Смотрите, кстати, как он стреляет. Это была звуковая волна. Просто, ребят, я не говорил, потому что было очень сильно как-то шумно. 350. Да, ребята, как-то не очень интересно, ребят, играть. Ладно, ребят, с вами я был Скиби Титан Камерамен. Всем удачи, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!